Свои дарования им помогают школьное научное общество, содружество детей и взрослых, учеников и учителей. Перед нами выступает первый школьный хор, который исполнит песни о России. Великой дате, 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Дорогие ребята, сегодня вы представляете, оправдываете честь каждой своей школы. Это огромная честь для школы и для каждого из вас. Я желаю вам сегодня, чтобы каждому участнику сопутствовала удача, успех, победа. Ровно столько же, сколько вы переживаете за свои сегодняшние состязания, мы болеем за вас. Я желаю вам ни пуха, ни пера. Удачи! Я знаю, но вы лишь понаслышке, но вновь и вновь.
Среди них изменников, шпионов и дезертиров. Власовец.
Слово появилось после того, как генерал Власов был взят в плен и организовал так называемую РОА – Русскую освободительную армию, которая воевала против Красной армии и мирного населения нашей страны. Итак, средства книжной, разговорной, профессиональной и специальной речи находились в сложном взаимодействии в годы войны и стали боевым оружием и спутником нашей Великой Победы. Их можно разделить на две основные группы – новые слова и реабилитированные слова, то есть те, которые были забыты, а потом вновь стали активно употребляться. Сейчас мы проверим, хорошо ли вы усвоили тот материал, который был предоставлен вашему вниманию. Перед вами солдатские треугольники. Вы вытягиваете любой понравившийся вам солдатский конверт. Под цифрой в нем зашифровано слово. По подсказкам, которые будут читать ведущие, вы должны угадать зашифрованное слово. Вам предлагается 5 подсказок. Если вы угадываете слово с первой подсказки, вы зарабатываете 10 баллов. Со второй 8, с третьей 6, с четвертой 4, с пятой 2 балла. Если вы не можете угадать слово с помощью подсказок, а вам называют само слово, вы получаете 0 баллов. Самый удачливый, вытягивайте. Какой нравится тебе? Желтый. Зря сам, никого не слушай. Я вижу. Да, какой тебе нравится? Я вижу. Ты экстрасенс? Окей. Синий, да. Стоп. Смотри. Нет, теперь берешь и вот так вот открываешь его. Вот так, давай. 6. Итак, я читаю подсказку первую. Вы внимательно слушаете и вспоминаете. В науке это геометрическая фигура, образованная тремя отрезками, не лежащими на одной прямой. Тремя отрезками, не лежащими на одной. Верно. Ну, радуйтесь, хоть мы тебе верно. Хорошо. Итак, первая подсказка. В технике. Название многих приспособлений четырехугольной формы различного назначения. Вспоминайте слова, которые мы называли. Ручные гранаты. Нет. Четырехугольная форма. Да. Смотри. Так, техника. Крепость вот эта вот. Нет. Танки называли так. Крепость ходячая. Нет. Не ходячая. Там говорят. Может, следующая подсказка будет легче. Слушайте, рифма к данному слову. Драма, дама, панама. Рифма. Я думал, хайрама. Вытягивай. Так, следующий. Пожалуйста. Хлеб фронтовой часто выпекался под открытым небом. Хлеб составлял 80% всего питания. На площадке расчищали глубокий, как же его готовили, как его пекли. Расчищали площадку. И тут же среди сугробов выкладывали печь. Затапливали тесто, заводили на закваске с использованием ячменной муки и выпекали хлеб. Гречневая каша, матушка наша, а хлебец ржаной, отец наш родной. Ржаной хлеб всем хлебам хлеб. Худ обед, когда хлебали. И три вопроса по разным вариантам. Первый вопрос это будет блиц-турнир, где вы должны будете ответить за 3 минуты на вопросы. 18 вопросов, они не сложные. Потом второй вопрос теоретический и третий реплик. Какой элемент микромет? Жирный микромет. Это органические вещества. Чем можно заменить? Ну, дальше.
Нет, да. По-моему, очень много вопросов. Это просто три вопроса. Для тебя вообще очень блюда из свежих овощей. Салат. Какой морс снижать в трубке заболевания? Ягоды. Логично. Им же тоже ягоды. Какой столовый прибор для этого самого времени? Ложка. Девятая трава, которую на ощупь могут знать даже слепые. Сока. Точно? Она же режется. Она острая. Она режется, нет. Она острая. А крапиву? А, крапиву. Либо сука. Для чего? Нет, крапива она же. А сока режется. Повторите, пожалуйста, еще раз задание. Задание обозначить железные дороги, а ведущие от Москвы на запад. На запад. Запад. Точно. Вот туда. Так, короче, Минск. Так, чем больше железных дорог вы обозначите, тем выше будет ваш балл. Из Москвы, из Москвы. Где дверь? Мощными щитами стали они на защиту нашей Родины.
городам, которые проявили наиболее ожесточенное сопротивление, было присвоено самое почетное звание города-герой. Громкий гордый статус город-герой был дан 13 городам, которые прославились в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. Это города Брестская крепость, Тула, Минск, Смоленск, Мурманск, Одесса, Москва, Ленинград, Севастополь, Керчь, Новороссийск, Волгоград, Киев. Девочки, нужна помощь? Нет. Новороссийск точно южнее Севастополя? Что потеряли? Давайте вместе искать. Защитите свою маму. Когда-нибудь подойдем. Керчь тоже рядом с Севастополем. Только не помню. Вы на что писали? Тоже на вечер? Нет, как бы голос. Голос. На станции Лампочка мы узнали, что в годы Великой Отечественной войны Уснаречь стала еще одним видом боевого оружия и спутником нашей Великой Победы. Слова можно разделить на две основные группы. Новые, которые появились в русском языке. Фриц, зажигалка, рама, язык, саботаж, ласовец, смерч, катюша, кукурузник и так далее. И реабилитированные слова, то есть те, которые были забыты, а потом вновь стали активно употребляться, люди, солдат, офицер, погоны. На наш взгляд, это одна из интересных страниц о войне. Нам подходит второй вагон. Комиссар Новоселова Татьяна Анатольевна. Гордый статус город-герой был дан 13 городам, которые прославились в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Это высшая степень отличия. Мощными щитами стали они на защиту Родины. Городам, которые проявили наиболее ожесточенное сопротивление, было присвоено самое почетное звание – города-героя. Она была присуждена за особые заслуги перед страной городам, оборона которых потребовала особого великого вклада защитников и жителей и определила переломный момент в истории Великой Отечественной войны. Следующий вагон – госрезерв, возглавляемый Дюминой Ириной Анатольевной.
Госрезерв, пожалуй, самое незаметное ведомство в нашей стране. Тяжелым испытанием для системы государственного резерва стала Великая Отечественная война. Госрезерв обеспечивал нужды армии и экономики хлебом, продовольственными товарами, металлом, углем. Тыл не может быть без фронта, а фронт без тыла. Тыл помогал фронту мешочками и кисетами. Они клали туда травы, носки, варежки, в которых были дырки для выстрела курком. И помогали им любым способом. Мы по ссылке ждем на фронт, храбрым русским воинам. Фашистов гоните вы домой, а вас с победой ждем домой. Начальник по управлению железными дорогами Белова Светлана Васильевна. На нашей станции мы узнали о том, что врачам и медсестрам во время Великой Отечественной войны приходилось не легче, чем солдатам, так как нужно было в полевых условиях обработать раны и вытащить пострадавшего с фронта. Мы узнали о способах перевязки ран, наложения шин и переноски пострадавшего. Несомненно, труд врачей невероятно ценен и в наше время, и был ценен во время Великой Отечественной войны. К нам присоединяется вагон «Секретные материалы». Переводчик с немецкого Поздеева Светлана Анатольевна. На станции «Секретные материалы» мы узнали о важной роли переводчиков в годы Великой Отечественной войны. От их профессионализма зависела судьба страны и исход войны. Нам было интересно узнать о работе известных советских военных переводчиков, и мы гордимся ими. Нелегким, но увлекательным был перевод секретного документа с немецкого языка на русский. Но мы старались не подвести оказанное нам доверие. Самым ярким заданием оказалось для нас оформление вагона «Победы» лозунгами на немецком языке. «An the planet braucht Frieden! Мир очень нужен нашей планете!» Разведывательный батальон «Смерть шпионов» присоединяет свой вагон. Шифровальщик Андрианова Надежда Андреевна. Бывали в управлении контрразведки, узнали о том, что шифровальщики внесли большой вклад в развитие сил общей победы. Мы научились расшифровывать сами и давать сигналы с помощью радиовещания. Узнали о том, что ученые и математики во время Великой Отечественной войны встречали шифровальные машинки для использования против жестких докладчиков. Думали свой собственный шифр. Приглашается Панова Галина Юрьевна.
бойцов, весточкой мирной жизни. Артисты провели для советских воинов 1 миллион 350 тысяч спектаклей, концертов, творческих встреч. Не было ни одной части, где бы не побывали фронтовые театры и бригады. Истребителей и бомбардировщиков Яхни и Б были построены на Сенсуарах, артисты Малого театра и поступили на вооружение одной из эскадрильи 909-го истребительного авиаполка. Сегодня для создания новых песен времени было достаточно. Ты и мы не поэты, поэтому наша команда приложила известную песню на войне на Сенсуаре. День Победы, долгожданный и торжественный. Приближали, прошли и вернулись. Это праздник со слезами на глазах. Память! Наташа. Наташа, День Победы. Команд, которые стали победителями в той или иной номинации. Итак, ну, я, наверное, попрошу либо представителя членов команды, либо капитана, да, ко мне подходить. Итак, дипломом победителя награждается команда «Сова» школы номер 27 за победу в номинации «Медсамба». Награждается команда школы номер 17 «Веритас» за победу в номинации «Госрезерв». Дипломом награждается команда школы номер 15 «Пятнашки» за победу в номинации «Героям слава». Дипломом награждается команда «Корифеи» школы номер 19 за победу в номинации «Фронтовая бригада». Дипломом награждается команда «Интеллект» школы номер 13 в номинации «Секретные материалы». Награждается команда гимназии номер 4 «Умники и умницы» за победу в номинации «Контрразведывательное управление СМЕРШ». Награждается команда школы номер 7 «Поиск юных» за победу в номинации «Управление железными дорогами». Награждается команда школы номер 29 «Первые шаги» за победу в номинации «Главпочтамт». И награждается вторая команда школы номер 19 «Корифеи» за победу в номинации «Тыл фронту».
я, наверное, возьму на себя смелость закрытия нашего слета. Мы надеемся, еще раз хочу сказать, что всем понравилось. Надеемся, что та обстановка, которая вас, да, и те люди, которые вас встретили сегодня, провели свои мастер-классы, вам понравится, осталось хорошее впечатление. И мы ждем вас всех на будущий год. До новых встреч, ребята. Молодцы все. Первый ряд с вагоном, сделайте такой вот, присядьте, пожалуйста, ну, как ребят, вот, да. А там повыше, чтобы всех видно было. Да. Спасибо большое. Молодцы. Спасибо.